Бирюлёва, знаешь, что творилось? Что? Вот недавно там бомбили все. Овощи базы разбили Бирюлёва. Да? Кто? Не знаю? Нет, не в курсе. Вообще не в курсе. У меня, правда, недавно опрос провели, за кого я буду голосовать. Ну и за кого ты будешь голосовать? За Навального, что ли? Ну, или за Прохорова. Надо менять что-то. Надо что-то менять. Да. Я считаю, я с тобой, наверное, тоже буду солидарен, я тоже, наверное, буду за Прохорова. Хотя я не уверен, что для меня Прохоров будет лучше, если он мне, блин, 57 лет отменит мне пенсию, скажет, пасись как китаец тоже на стороне. Мне это будет плохо, поэтому я, может, за Прохорова не пойду, а скажу, давай Путин. И так за Бирюлёва ты ничего не знаешь, там вообще базу разбили, и ты ничего не знаешь, молодая девочка, ничего не знает она про Бирюлёва. Это кошмар. Телевизора нет, интернета нет, ничего нет. Я в пещере живу вообще. Но все-таки ты сообщение мое получила о том, что там ты играла. Да. А еще второе видео. Получила. Как Маша смотрит Дашу. Но это же вообще фурор. Это фурор. Я смеялась. Миллион просмотров. А между прочим, она это самая. Маша. Я тебе хочу сказать откровенно. Артистично смотрела. Так смотрела. Вот как действительно артистка должна смотреть свою. Вообще, как должна вот смотреть, да? По эпизоду. Как так? Взгляд у нее был действительно это, ну, как она любит, как будто. Но это, на самом деле, ты понимаешь? Это был фурор. И так съемка заканчивается. Про Бирюлёва она ничего не знает. Пока! Съемка блондинки.